приготовим нереально вкусное овощное рагу с курицей. Мелко нарежем 650 грамм куриного филе. Порежем на кубики 2 средних кабачка, 2 болгарских перца, 1 среднюю луковицу, 1 морковь. Нальем в кастрюлю растительное масло и обжарим лук, морковь и перец. Нарежем картофель кубиком, добавим курицу к обжаренным овощам и приправу Магги. Добавим кабачок и картофель. Добавим 1,5 литра воды, тушим 30 минут под крышкой. Разрежем помидор пополам, очистим от кожицы и мелко нарежем кубиком. Через полчаса добавляем помидоры. Раздавим ножом чеснок и мелко порежем. Разотрем перец горошком. Чеснок и черный перец добавим в рагу. Мелко порежем укроп и добавим в рагу. Посмотрите, какая красота получилась! Это очень вкусно! Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я буду вам очень благодарна.